Доброго времени суток, дорогие подписчики и зрители моего канала, с вами снова Кромул, и сегодня мы с вами продолжаем играть в игру под названием The Evil Within 2. Остановились мы с вами на том, что спустились в эту... канализацию, я не знаю, по-другому это назвать нельзя, потому что это реально какая-то канализация, и, собственно, здесь были какие-то страшные звуки. Да, я вот их сейчас слышу. На данный момент. О боже, ужасные звуки, ужасные. Возьмем бутылочку. Я пытался пройти вот здесь, но, как вы видите, нам здесь нужна вот эта штука. Сейчас нам про нее расскажут. Электрический замок. Да. Плохо. Плохо. Так, нужно идти по проводам. Идти по проводам. Но мы знаем, чем все это закончится. Мы кого-то сейчас встретим. Пуля у меня... кстати, есть пули. Но я не могу здесь стрелять. Точно, я же забыл. Здесь нельзя стрелять. А штуку та, которая у меня была, я ее использовал. Так, выключим свет. Я слышу с той стороны противника. О боже, эта плачущая женщина меня ваншотит. То есть с ней вообще нельзя встречаться, короче. Просто пошлите вперед. Она все равно не заметит меня, она слепая, как и все. Блять, Иисус Господь. Все нормально, все нормально. Вот святая Дева Мария, ты меня спасешь, правда? Или нет? Блять, кто это сделал, интересно? Я не могу полностью смотреть наверх. Парень, ты как, нормально себя чувствуешь? А как мы должны ее будем пройти? Я уверен, что я должен ее пройти. Провода-то ведут, по-моему, в ту сторону, верно? Так точно, туда они ведут, но и что мы делать будем? Она ушла туда, кстати. Вон она. Сейчас надо быстренько где-нибудь зашкериться здесь. Надо подождать, чтобы она прошла вперед, типа. И самим пойти вперед тоже. За эту штуку спрятаться, например, вот так вот. И ждать ее. Она сюда, в эту сторону, в любом случае не должна идти, так что, в принципе, мы убежим. Если что, она быстро передвигается, так что... От нее лучше не убегать, если она нас все-таки увидит. Ее просто надо проигнорировать и пропустить вперед. Типа, посмотрим. Господи, Иисусе, какая это страшная. Мне даже страшно выглядывать, на самом деле. Сейчас она должна по скрипту пойти вперед, правда? Но она и пошла вперед, собственно. Пускай идет, сейчас мы ее чуть-чуть дальше отпустим. ХП у меня не то чтобы много, как я уже сказал, так что... Нам совершенно неинтересно встречаться с ней в упор. Да и вообще как-либо встречаться. Потому что здесь ни стрельбу, ничего нельзя открыть. Так, тут все закрыто. Так, сюда идут провода. Смотрим. Берем эту штучку. Мне нужно что-то включить здесь. Мне кажется, вот эта штука похожа на рубильник. Может, эту штуку? А, во-во-во, понял. Все, давай. Надо делать это быстро. Она может еще сюда сейчас на звук прийти. Так. Она идет, подожди, дай-ка отойдем. Я боюсь, что она увидит нас. Она сюда идет, нет? Просто мне интересно, будет ли она здесь проходить, потому что если да, то мне надо будет ее еще раз отпустить. Я слышу, что она прется куда-то. По звукам так сразу и не определишь, если честно. Тихо, она идет сюда. Мы не успеем, давайте да, просто сядем за эту штуку и сидеть будем. Подождем, пока она смоется. Ну, зачем нам рисковать лишний раз, правильно ведь? Я уверен, что да, вот она здесь ходит, был уверен в этом. Это было бы слишком просто, если бы она здесь не ходила. У нас сейчас будет гора времени, когда она пойдет назад. Этим мы и воспользуемся. Давай, уходи отсюда. Она постоит, пойдет обратно. Сюда она, слава богу, не заходит, я так понимаю. Здесь ей неинтересно. Ой, вот эти вот пряточки, конечно, да. Я бы убил ее, наверное. Что у меня есть по оружию, кстати? Ну-ка. У меня есть один болт взрывоопасный. Ну ладно, мне в любом случае нельзя ничем таким пользоваться, так что... О, меня услышно. А, не пошла? Вроде не пошла, ладно. Так, три. Ты сколько даешь? Еще надо три. Не пошло. Попробуем эту. Не работает. Так, она идет сюда. Или нет? Ты ни хрен поймешь ее вообще, на самом деле. Так, это две дает. Ты сколько даешь? Две. Надеюсь, раз. Это сработает. Надеюсь. Нет, она не дала никакой громкий звук, так что все хорошо. Теперь надо просто ее как-то обойти. А вот как это сделать, это вопрос, потому что... А, я знаю, как это сделать. Надо прямо сейчас это делать по-хорошему-то, да? Да-да-да-да-да-да-да. Она сейчас находится вон там. Она пока не вернулась, надо вот здесь спрятаться и пропустить ее вперед. Вот и все. Самое легкое прохождение в моей жизни. Вот она как раз назад идет. Все идет по плану. Свет включать не буду, потому что страшно. Вы слышите ее, это же ужасно. Боже мой. А, она сюда идет! Что ты здесь забыла?
Блять, я тебя прошу. Ты же меня не слышала, перестань. Все, она пошла дальше. Господи, блять, как это страшно. Что ты здесь делаешь? Боже мой. Если можно будет как-то убрать газ, я за тобой вернусь, пожалуй. Уж больно ты мне понравилась. Я хочу с тобой поговорить потом, обязательно. Со своими пушками. Приду и поговорю с тобой, пожалуй. Так, ну, легчайшее задание, я считаю. Давайте заходить. Так, тут можно войти наверх. Наконец-то. Маска тоже не розами пахнет. Ну, давай. Посмотрим, что у нас там сверху. Может, я найду дробовик? Пожалуйста. Потому что патроны-то есть, а дробовика нет. Печально, блядь. Я уж... Какой раз перегруз по патрону? На перегруз, в смысле, не лезет. Так, окей, мы выбрались. Сигнал. Неспроста он. Верно. Тут впереди. Кто? Мы посмотрим, что там впереди. О, аптечка? Отлично. То, чего мне в жизни не хватало. Колись давай. Ты что делаешь, сумасшедший? Так, укололись. В тебе ничего, как всегда, нету. Так... Тут есть, типа, эта фигня, но сначала мы пойдем, наверное, сюда. Здесь есть сигнал. Я уверен, что здесь что-то интересное. Здесь стрелять уже можно. Никаких проблем, я думаю, мы не встретим. Блин, или надо посмотреть ПК. Ну-ка, подожди еще раз. Нет, звук говорит, иди дальше пока что. Кроме того, пока что не до компьютера. Компьютер — это чтобы уйти отсюда. Ну зачем? Кто-то стучит. Так, ну-ка. Вы никто не забыли, я надеюсь, что я офицер полиции? Потому что, если что, я могу использовать оружие, мать вашу. Мне разрешено. Так, аккуратно, блядь. Есть тут кто? Какая интересная карта. Я нахожусь там, где звездочка, наверное, да? Так. Ага. Ого. Вот, собственно, тот сигнал, который меня сюда привел. А вот эту штуку я бы посмотрел. Можно эту открыть? Нельзя? Жаль. Что-то все знакомое в этом месте почему-то. Наверное, потому что здесь все похоже. Ну-ка, давайте послушаем. Алло, меня слышно? Это Уоткинс. Уоткинс. Что там у тебя? Коллапс происходит быстрее, чем мы предполагали. Уже затронута сеть. Эти твари пытаются прорваться. Мне нужна помощь. У нас тут безопасно. Иди сюда. Я не могу. В туннеле произошла утечка газа, а я противогаз в БТРе оставил. Пришлите кого-нибудь из группы с противогазом для меня. Прости, мы не можем рисковать людьми ради тебя. Вот так вот. Да что вы сдохли все? Мёбиус оставил своих ребят, и кто-то ему отгрыз голову, я только что слышал шаги какие-то. Кто шагает? Нельзя шагать. Я не разрешал. Exit B2. Хм. Не повезло парню, не повезло. Правда, тут еще ничего не оставили, я думал, тут положат что-нибудь интересное, там какой-нибудь вкусняк. Кстати, вот здесь можно пройти, чего я сюда не зашел? А, надо проверить, это место. Крыса со мной сегодня будет вместе, мы с ней вместе прочистим это место. Вместе это место, та-та-та-та-та. Так, это какой-то очень странный выход. Что это за место? Я и все еще дробовик. Можно мне, пожалуйста? Один. Я много не прошу, мне одного хватит. Я думаю, это кто-то стучит, но это просто все ломается, крушится. Так, мы вышли в какой-то проход интересный. И где я нахожусь? И куда меня это приведет? Здесь сигналов больше нет. Exit B2. Это выход. Я надеюсь, это не самый последний выход. Я не хочу... Вот он. Мой путь в Юнион. А, понял. Но нет. Пока что нет. Я на самом деле здесь не до конца прогулял. Вот я еще 3 пули себе нашел. Мой Юнион подождет, потому что я думаю, что нам есть еще чем заняться. Во-первых, дай сюда мне вот эти детали, которые ты от меня прячешь. Во-вторых, 20 штук, ни хрена себе. Во-вторых, мне нужно найти здесь еще что-то. Я что-то пропустил с 100% уверенностью. Я пробежал один проход. Выход в Юнион хорошо. Это, по-моему, даже не один уже выход. Я их несколько видел. Если что, сюда мы вернемся. Ну, просто понимаете, очень важно здесь ничего не пропускать в этой игре, потому что здесь каждая пуля, каждая стрела, все на самом деле важно. Ничего просто так не оставляйте. Но это, я думаю, очевидно. Блин, винтовка. Классная винтовка. Только жалко, у меня нет пуль к ней совсем. Я думаю, надо... Я бы на днёрочку поставил бы дробовик с удовольствием. А здесь я был? Нет, отсюда я пришел. Точно. Так. Здесь вот проход наверх. Проход наверх я трогал, я уже забыл. По-моему, я вот как раз его и пропустил.
Правда ведь? Да, так точно пропустил. Давайте посмотрим, что у нас здесь в коробочках. Просто я стараюсь как можно больше брать всего. Так, еще 25 инструментиков. Так, тут у нас ничего, тут у нас ничего. Вот здесь вот что-то лежало. Это целая одна болтунья. Болт, короче, гарпунный. Так, здесь ничего, ничего, хорошо. Здесь у нас тоже, естественно, ничего. Вот сюда бы положить какую-нибудь пушку страшную. Было бы здорово. Так. Хорошо, значит, сверху мы были. По-моему, еще что-то я пропустил. А может и нет, сейчас мы вернемся назад, и я вспомню. Ой, ты что делаешь? Возможно, я еще что-то оставил. Вполне будет на меня похоже. Так, это какая-то комнатка. Тут чувак лежит. Тут я все обыскивал. Никаких других проходов я не... Ну, кроме ПК. Кстати, ПК зачем нужен? Что написано? Сообщение расширения и данные. Кому? Всем сотрудникам. Это сотрудника Пилигрим. Благодаря успешному ходу вербовки мы приближаемся к целевым показателям по сбору данных. Каждому гражданину Юниона добавляет к хранилищу STEM 100 эксабайт. Увеличивает способность системы обрабатывать данные. Для активации беспроводной STEM необходимо 2 миллиона эксабайт. Учитывая темпы роста, мы достигнем этого показателя за несколько месяцев. Появление беспроводного STEM отпадет нужда в дорогостоящих капсулах STEM и приблизится наша цель. Вторая фаза — тотальное внедрение STEM. Ну, короче, молодцы, ребята, внедрили STEM. Теперь я хожу и подтираю, так сказать, за этими ребятами, потому что тут все пошло по полной жопе, как вы сами понимаете. Судя по всему, я все зачистил. Надеюсь, я не ошибся. Там я уже был наверху. Тут я был, там я где-то прополз уже. Короче, идем отсюда. Все зачищено. Теперь надо просто быстро отсюда свалить. Так, я проход пропустил, как всегда. Все. Бедный полицейский уже выдохся. Блин, люблю эту винтовку. Ха, крыса. А что будет, если ее убить? Его можно будет съесть и восполнить свое ХП? В какой-то игре можно было жрать крыс. Я уже забыл, правда, какой. Помню, что была какая-то игра. Крысы. Да. Кстати, странно, что они в таком месте вот не сделали чудовище какое-то, не испугали. Игра вроде как немножко хоррор, а вроде как не совсем. То есть не часто она пугает. Очень редко и очень в таких местах, которых ты, сука, не ожидаешь. Это, конечно, они молодцы. Я пугаюсь. Ну, ладно, пошлите отсюда, в Юнион обратно. Свою миссию мы выполнили. Наверное, сейчас мы опять пойдем к О'Нилу рассказывать все дела, которые с нами происходили. Пустите меня обратно. Надо же, я справился, кстати. Все еще. Я вспомнил, как я тяжело дрался вчера. Ну, в прошлой серии, имею в виду, да? Было просто жесть. Так. Юнион, добро пожаловать. С возвращением. Давно тебя не видел. А где это я? Лол? Что это за место? Или я за... забыл, где. Ну, видимо, я забыл, где я был. Ладно, давайте засейвимся. Давно мы так не делали. Выживание за кулисами. Так, сейв. Отлично. Готово. Зеркало. О, еще и красная жижа. Давайте сделаем это. Давно не качался. Посмотрим, что там по прокачке у нас. Кабинет Себастья. Кстати, у меня же есть еще одна. Я нашел совершенно случайно. Что-то я не помню эту дверь. Забей, Себастьян. У меня есть новая... Скажите, я забыл, как она называется. Ну, короче, проектор, мы можем ее просветить. Без проектора я не смогу ее взять. Сейчас будет первый... первый слайд, это моя семья. А второй, это новая штука, вот она. О, это же... Блин, это хоспитал, начало второго визина. Кидман. Чем могу помочь, Себастьян? Маяк. Когда вот, я туда попал, моя жизнь уже катилась под откос. Попав в голову Рувика... В общем, это меня изменило. Меня пытались убедить, что я все выдумал. Та самая больница. Но я не мог бы вообразить все то, что я там увидел. Можешь не пересказывать. Я тоже там была. Да. Твои дружки из Мёбиуса без зазрения совести загоняли тебя в опасные ситуации. Возможно. Но не будь мы там вместе, могли бы вообще не выбраться. Иногда мне кажется, что я и не выбрался. Mm-hmm. А теперь я в другой STEM. И мы опять вместе. Мы выберемся живыми. Как и в тот раз. Надеюсь, ты права. Да. Два слайда всего лишь. Еще насчет этого можно поболтать с Кидман. Кидман, ты меня слышишь? Как всегда.
Ты бы не сказала мне о Лиле, если бы ваша поганая машина не сломалась. Я бы продолжал оплакивать свою дочь, а тебе было бы плевать. Тут, кстати, да. Не плевать, но сказать я не могла. Угу. Меня бы убили. Тебе можно верить? Зачем мне врать о таком? Чтобы манипулировать мной. Чтобы я вел себя как образцовый солдатик. Ты, собственно, ты уже так лгала и делаешь. Мне раньше. Вся наша дружба была построена на лжи. Ладно, я понимаю. Не могу винить тебя за это. Ты никогда меня не поймешь. Ты ведь не теряла семью. У меня никогда не было семьи. Были просто два человека, которые привели меня в этот мир. И я была для них обузой. Mm-hmm. Лучше познать любовь и потерять? Ты это хочешь сказать? Возможно. По крайней мере, у тебя были те, кому ты дорог. Я понял. Ну, ладно. Пошли. Киса, можешь... Опа. Киса накинула мне добавочки. Слушай, спасибо тебе большое. Спасибо, киса. Да, киса. Ты прям так, как и я сказал. Так, пойдем немножко покачаемся. Киса, киса. За каждый слайд дают мне 700 еще этих зеленых штук. Короче, поехали. Жижа. Жижа для вейпа. Так, детектив, ну, Кастелланос. Здорово. Всегда рада повидаться. Я тоже. Поехали. Все как всегда. Мне нужно прокачать свой мозг на всякие разные штуки. Этот мир болен. Он на грани жизни и смерти. Инфекция распространилась, затронула мускулы и кости. Ужасно. Распадающиеся органы держатся только на венах. Жесть. Но даже вены подвержены болезни. Но кажется, вы вовсе не хотите исцелить этот мир. А с чего-то? Все, что вам нужно, заполучить лекарство. Ладно, я здесь, чтобы помочь вам выполнить задачу, какова бы она ни была. Поехали. Хочу стелс улучшить. Стелс хромает. Вроде как, да все хромает на самом деле. Восстановление вообще ноль. Что? Восстанавливает больше здоровья при применении медицинских средств. Давай. Здоровье восстанавливается быстрее от состояния близкого к смерти. То есть самохил происходит какой-то. За 8000 здоровье восстанавливается быстрее от состояния близкого к смерти. На два раза быстрее. Уа. Восстанавливается больше здоровья при применении медицинских лекарств. Вот на самом деле это, кстати, очень хорошая вещь. Потому что я хиляюсь, а хиляет очень мало. И по-хорошему надо было бы, чтобы больше. Все. Это пока так оставим. Насчет атлетизма. Очень быстро выдыхаюсь всегда. Отдает шанс автоматически уклониться от атаки, которая привела бы к урону. 20%? 5000 стоит? Но лучше, конечно. Увеличивать максимальную выносливость мою сейчас. Можно открывать, у меня есть одна такая. Увеличивать скорость восстановления сил. Блин. Качать ее, не качать? Да, качаем, пожалуй. Все, остальное в скрытность вбросим, если мне, конечно, там получится это сделать. Так, скрытность, поехали. Удар что? Удар бутылкой? Бутылка из инвентаря вы можете автоматически применять для того, чтобы вырваться из захвата некоторых врагов, но это не сработает просто после определенных атак. Это, наверное, которые ваншотят, против них нельзя вырваться. Шум от ваших шагов будет меньше слышно. Угу, вас сложнее заметить. Вот это я хотел. Уже вторая получается. Можно открыть третью, пойти дальше, но пока нам этого хватит. Насчет боя. Я уже, наверное, ничего не смогу открыть, да? 3000 уже там надо много. Так, а что здесь? Атака ближнего боя, в том числе удары ножом, топором, наносит больше урона, позволяет отбросить от себя оглушенных врагов, не действует на определенных врагов. Угу. В течение определенного времени. Ладно. Пока ничего не буду применять, поставим как есть. В принципе, все неплохо. Очень слабо прокачался, но лучше, чем ничего, правда. Чуть меньше слышно, чуть лучше бегаю. Короче, в такие дела. Сохранение, отлично. ХПшечка моя не восстановилась. Но теперь, кстати, и лекарства меня хилят чуть больше, чем раньше. Этому я очень рад. Поехали. Обратно. Меня уже засейвило, так что, в принципе, можно просто уходить. Патроны я чуть-чуть нашел. В принципе, у нас все довольно неплохо. Есть пули, есть гарпуны всякие, есть все, что нужно. Только бы мне этого хватало. А еще есть некая информация о том, где можно найти дробовик, и я бы хотел попробовать его найти. Я знаю примерное направление дробовика. Так, где мы находимся? Мы находимся там, где мы не были. Вот это очень плохо, потому что мы на другой стороне карты. Я хочу вернуться на ту сторону. Жилой район. Район мэрии, жилой район. Черт, ну ладно. А куда нам Наверное, идти? Это мэрия. Надо остановить этого урода и спасти Лили. Еще один чудесный денек. Чудесный денек, действительно. Так, вот это и есть мэрия. Пойдем проверим, что там за чудесный денек такой. По пути. Ладно, дробовик подождет, судя по всему.
Я не знаю, как вер... О! Вот это подарок. Подарок под пальму. Ваншотящая штука. Не знаю, сваншотит ли она женщину, но у нас ваншотит голос. Нет. Только не ты. Это он. Да. Что это за хрень? Ты что, с ума сошел? Что это такое? Опять этот глаз вонючий. Камера объектива. Глава 5, ожидание. Не уверен, что я готов. Но отступать уже нельзя. Серьезно нельзя? Ну хорошо. Я тоже не уверен, что я смогу сразиться с кем-либо из них. Ведь какие страшные штуки. А как мне пройти это место, интересно? Сколько трупов здесь? Парень, ты как себя чувствуешь? Слежу за тобой, что ли? Ничего, я доберусь до тебя. Человек, похитивший Лили, сделал снимку склада. Жду тебя. А, жду, точно. Значит, он будет на чеку. Хорошо. Так. Ты просто ненормальный. Что ты делаешь? Юнион, мэрия. Ой-ой-ой, вот это плохо. Когда глаз открывается, происходит какая-то херня. Вот, собственно, и начинается. Вот только не опять она. Не эта херня огромная. О, нет, о, нет. И что, я должен с ней драться? Да ты шутишь, блядь. Я не готов был к этому. Боже. Блин. Ты же не думаешь? Короче, бесполезно. Надо уходить под машину, скорее всего, куда-нибудь туда. Ты же здесь не пройдешь. Она пройдет! У-ху! Аккуратно. Так, все, у меня нет стамины, отдыхаем. Будем разводить ее. Тихо, 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 тихо. Разводим, разводим, разводим на стамину. Что-то она не особо разводит. Тихо, 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 тихо. Ты не достанешь до меня. Ты до меня не достанешь. Так, уходим. Блять, как же страшно. О! Хорошо. Понравилось? Она там горит. Это мне повезло, что я нашел горящую лужу. Все, она выгорела. Еще, еще, еще. О, отлично. Есть. Так будет куда экономнее. Вон она. Она залезла. Ты думаешь, ты самая умная? Я думаю, что ты не такая умная, как ты думаешь, на самом деле. Где она? Почему она входит? Ага. Держи. С этой стороны теперь идет. Тихо, 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 тихо. Я тебе говорю, успокойся. Блять. Слушай, а эта штука мне поможет, если она забежит в нее. Нет, пули в ней останавливаются. Так, там бензина налилась или нет еще? Больше не льется бензин. Есть еще какие-то ловушки или что-то в таком роде? Блин, бензин мне очень помог, но он какое-то время это делал. Что делать-то? Нигде больше не вижу ничего подобного. Но там есть всякие гарпуны впереди. Я не знаю, что это. Кстати, у меня же есть взрывоопасная. Вот она. Готово. Попал. Хорошо я попала. Она видит меня теперь. Блин, плохо. А что делать, непонятно. Блин, да сколько же тебе надо, ты сукина та дочь. Три пули еще осталось.
Так, тихо-тихо-тихо, все, стамины нет, разводим на стамину. Тихо-тихо-тихо, хорошо. Разбивает мне штуки всякие. Не-не-не, так не так просто, пожалуй, дамочка. Спокойно, блядь, тихо. Близко очень. Все еще не попадал. Так, тут от дробовика патроны. Еще вот эта штука. Пиздец. Так. У меня ничего нет. Почему она не заряжает? Сюда, блядь. Еще что-то должно быть. Да сколько тебе надо, ты ебаный пидрот. Блять, она просто не останавливается. Она, кстати, теперь довольно долго. Тихо. У меня есть еще что-то? Больше ничего нет. Так, надо уйти от нее. Она не теряет меня теперь. Ага, нормальный удар. Так, надо бы вот сюда забежать. Ты не можешь меня сейчас спасти. Сейчас она разрежет ее. Куда ушла? Я не понял, куда улетела. Сколько ж тебе надо? Да ё-моё, я все еще дерусь с тобой. Просто какая-то неостанавливаемая хрень. Не-н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 е. Не так близко. Блять, близко. Почему эта синяя штука работает здесь, а не работает там? Спокойно. Опять бы пули еще насыпать. Странно, что я жив. А, ну все. Это было, ребята, блять, непросто. Но я с этим справился. Если вы не представляете, сколько на нее ушло, просто не представляю. Сколько она даст, интересно? 5 штук? 5000, я прям как и знал. Кошмар. Просто я с такой тварью. Ладно, все. И при том, что я еще половину пуль отсюда не использовал, потому что она нихрена не давала мне возможность ничего поднимать. Ну, по-моему, я приобрел все-таки больше, чем потратил. Плюс еще я нашел тут пороха, пока бегал очень много. Я думаю, что сейчас мы что-нибудь сделаем. Взрывных болтов, я думаю, побольше бы. Так. На остаточек мы сделаем себе пулю одну. В принципе, нормально. Жесть, просто жесть. Вот эту еще я место не открывал. Боже, тут реально так много всего. Тихо. А впереди какая-то... Это... Тихо. Вот эту штуку надо бы не активировать случайно. Она сфотографирует, скорее всего. Но она ничего плохого не делает, она фотографирует, но неприятный все-таки все равно от этого какой-то осадочек. Она так фотографирует и ни хрена не дает мне сделать нормально. Так, ладно. Ломаем. У меня еще был топор, но топором я все-таки не решился по ней бить. Сами понимаете, та еще тварь. С ней драться так я не хотел. Вот так, без каких-либо... Скажите мне, без каких-либо дробовиков, без всего я с ней разобрался. Очень много ее, от нее бегать приходится. На самом деле вообще можно от нее урон не получать, если очень постараться. Она на самом деле глупенькая в этом плане, что от нее бегаешь. Типа, вроде как всегда за тобой, но вроде как отстает. Так что если этим пользоваться, то вполне себе легко от нее уйти. Здесь я уже все чистил. Здесь вот что-то падало, по-моему. Винтовочные патроны упали, две штуки. Я в нее сразу всадил их. Вот. Здесь, может, что-то еще есть, наверное, да? Потому что здесь я не был. О, да, с той стороны что-то есть. Наверное, это надо пройти это место. И с той стороны выйти. Тогда уже можно будет что-то обыскать там. А пока, как вы понимаете, все, что мы смогли, мы с вами уже обыскали. Вроде бы, да. Что говорит карта? Карта говорит, что мой вот кусочек очень обследовали хорошо. Кстати, вот это вот я пропустил. И зря, на самом деле. Дверь мне не откроется пока что. К сожалению. Ну так, вроде я все взял. Все, что смог. Очень много всяких пуль у меня теперь. В том числе и гарпунов. Так, мы внутри. Наконец-то я не под прицелом. Он двигается. Это плохо. Он встанет, скорее всего, да? Парень, ты чё? Ты еще живой. Кто это? Все хорошо. Ты Харрисон, да? Я не из них. Кто ты? Не бойся. Меня послал Анил.
Я думал, что больше никого не осталось. Я ищу ядро. Где она? Она здесь? Второй этаж. Излучатель стабильного поля. Излучатель? Да плевать на него. Я должен найти ядро. Нужно включить излучатель. Он стабилизирует среду. Иначе Юнион распадется на куски. И ядро уже не поможет. Угу. Включи. Излучатель снизит его силу. Хорошо. Его силу? То есть... Возьми. Это чтобы включить излучатель. В смысле, его силу? У него есть какая-то сила? Он управляет ей, что ли? Или как это понимать? Или он есть ядро, а девочка так просто здесь заблудилась? И на самом деле Стэм все время ошибался. А? Как вам такая теория? Еще один из группы мертв. Жаль. Жаль, что я не узнал от него больше. Не бойся, Лили. Я все равно найду тебя. Папа тебе поможет, конечно. Может, реально они девочку на самом деле впустили сюда просто, чтобы она была и чтобы у нее была цель ее спасти. А на самом деле главный противник здесь это он. Вот это было бы очень, на самом деле, нехорошо с их стороны. Я нашел шприц. Может, уколемся? Сколько у меня хп? Кстати, на один шприц, по-моему. Давайте посмотрим, сколько теперь хилит. Ну-ка. Ух ты, фулл хп. Не знаю, сколько хилит. Больше, чем я теперь думал. Хорошо. Не зря, значит, я потратил свои очки. Так. А куда нам надо идти? Джозеф Констант. Здравствуйте. Ух ты, ёпта, твою мать. Что он делает с этими людьми? Зачем? Это его почерк. Естественно. Он точно где-то здесь. Ну, я с ним разберусь еще. Какая музыка красивая. Вот вкус у тебя в музыке хороший, а ублюдок ты тот еще. Никаких тебе вкусняшек не лежит. Смотри, он скинул его, походу, еще и зарезал. В принципе, это красиво, да? Но ну, зачем людей-то выбивать? Может, там, я не знаю, краску разливать или еще что-то? Зачем людей-то? Ненормальный ты псих. Я тебя найду, сукин ты сын. Я еще... О, я слышу. Я слышу, кто-то... Кого-то опять, по-моему, убили только что. Судя по звукам. Опять непонятные фотографии какие-то. Глаза, блядь. К чему это? Фотоаппарат. Повсюду фотоаппараты. Здесь ничего нельзя взять. Вот эту бутылочку. Нет, жаль. Я все время ищу, где бы чего взять, потому что вы сами понимаете. ХПшечки, всякие патрончики, это очень необходимо. Но я думаю, что здесь этого будет очень мало, потому что здесь как бы мы сюда не за этим пришли. И драться нам, скорее всего, здесь не так сильно придется. Кстати, сколько у меня уже кустов-то? 3 штуки, могу сделать себе еще одну хилку. Но я думаю, мы пока потерпим. Без хилок, без всяких. Пока и так хорошо. Так. Фотографии интересные. Я готов, если что. Даже не думай. Сейчас так, оп! Это еще что? Рекурсия небольшая, не? Типа, продолжение. Нет, не рекурсия, это какая-то странная штука. Женщина с стертым лицом почти что. А это что? Камера просто древняя. Давай это неспроста. Ну, сейчас мы сфотографируем и сами очутимся там. Проверяй. А, сфокусироваться надо. А на что мы именно? Ничего. Что я упустил? Я не знаю, как поймать общий фокус. Блять, Иисус Господь, чё за хуйня? Твою мать, блять, что за дичь? Ладно, давай еще раз. А камеру можно поворачивать? Сделать снимок и фокусировку. А, я должен поймать эту хрень пробегающую, я понял. И кто это прибегает? Где он есть? Как его поймать-то, блядь? Такое же платье. Я не могу поймать его. Он вообще перестал бегать. Тихо, 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 тихо. Что-то я должен сделать, я уверен, что-то не хватает. Может, что-то добавить надо в картину или наоборот убрать? А, точно, ну-ка. И чё? Повернуть.
А, я тоже сделаюсь, как на той картине. Вот ему так. Она стоит впереди, и тут должны быть розочки. Все. Блять, ну я идиот. Давай сюда розочки. Я-то думаю, что я пытаюсь. То есть эта штука вообще просто приколом была. Хорошо, давай сделаем такую же экспозицию. Значит, она должна стоять впереди. Все, больше не поворачивается. Ну, предположим, так. Сюда мы должны добавить розы. Она стоит полубоком. Ну, примерно так она и стоит. Ну, давай тогда фоткать. Я не... По-моему, фокус на женщину стоит. Подожди, что не так? Я же все правильно... А, на ней украшения, наверное, да? Да, я украшения на нее не повесил. Наверное, еще какие-то штуки мог им видеть. Ожерелье изумрудное. Так, цветы, женщина, ожерелье, фокус на передний план. Все понятно. Ожерелья не хватало, и фокус должен быть именно на них. Задний план должен отсутствовать. Все. Подожди, что, она повернулась? Повернись обратно. Вот так ты должна сейчас стоять, по-хорошему. Или слегка полубоком. Подожди, вот так как ты выглядишь? Нет, так слишком впереди. Она чуть-чуть стоит боком. Вот так вот должно быть, 100%. Видите, она тоже чуть-чуть... Или она прямо стоит, блядь? Ну, хуй пойми. Тут, на самом деле, тяжело так просто определить. На самом деле, наверное, прямо она стоит. Ну, давай попробуем. Нет. Хорошо, значит, ты прямо стоишь. Сделаем прямо. Господи, господи, мне эти рисунки, фотографии... Давай так стой тогда. Мать твою, задрался уже этим заниматься, блядь. Я же не фотограф, он заставляет меня заниматься той же работой. Так. Есть. Идеально. Ну и что? Вот я так и думал, что оно типа появится. Я не знаю, как это появится. Не открывается, к сожалению. Скорее всего, ничего не откроется. Apparicate the art. Я не знаю, что это такое значит. Apparicate. Блять, страшно, что ли? Ох, как такое вообще в голову приходит? Но он же ненормальный. Хотя, в принципе, все художники немножко ненормальные. Очень интересно. Ладно, я не буду внимания обращать на твои картины. Мне не так интересно, как вот эту надпись. А можно перевести? Оцени шедевр. Ладно, я сыграю в твою игру. Давай если поиграем. Это поможет добраться до тебя. Да. А как я должен оценить? Я просто ходить должен смотреть твои картиночки? Ну, как интересно. Прям этот... Как называется это, скажите? Выставка. О, просто шик. Вау, ты посмотри, какая красота. Вау. Ходим, смотрим на картиночки. И активировал. Ты звук... Что за звук? Тикают. Но маятник не двигается. Что это значит? Только что фотография была. Опа, фоточка-то изменилась, блядь. Причем не на очень приятную. А что там такое интересное изображено? Это Лили. Это она. Он играет со мной. Сукин сын. Я иду к тебе, дорогая. Блять, дорогая, ты так не умеешь делать. У тебя нет столько сил. Тихо, блять. Ух ты, ёб твою мать. Что бы ты ни было, ты не моя девочка. Кто ты такой? Или что ты такое? Ты хочешь напугать меня? Попробуй. Я уже убил одного босса. Ты думаешь, мне будет страшно? Это картина двери. Я уверен, что ее тоже надо оценить. Поворачиваемся, и там... Нихуя! Теперь нам не выйти отсюда. Настоящий шедевр. Иначе быть не могло. Это же мое творение, как-никак. Смерть, сохраненная в нитрате серебра, как ножка в янтаре. Прекрасно. Может, ты выйдешь? Мы с тобой поговорим о искусстве лично. О, дверь открылась. Шикос. Еще женщина в платьях. Манекены, точнее. Так, интересно, что это такое? Фотография. Документы, ну-ка. Убитый человек. Агент Мебиуса в холле мэрии превращается в застывший кадр. Бедный сукин сын. Если бы он был уже мертв... Если бы он уже не был бы мертв, тогда, когда пал, тогда, возможно, он бы это пережил. А... Еще фото. К чему он ведет?
Это тоже интересно, на самом деле. Че он хочет вообще от нас? Он же псих, в принципе. Я вижу там растения. Может, открывать надо эти штуки? Я травку взял. Там с той стороны как будто что-то есть, на самом деле. Можно обойти эту штуку? Можно. Что-то изменилось, нет? Ничего не изменилось. Тут есть что-то? Пусто. Подожди, застреленный, падающий вниз. Это ничего не дает мне, на самом деле. Это странная штука. Почему он реально это все? По-моему, это ни о чем. Пошли отсюда. Слышь, ублюдок. Понятно. Ты хочешь со мной поиграть? С офицером полиции. Ты знаешь, что ты доиграешься в конце концов? Ты это осознаешь? Привет. Ну, естественно, тебя нельзя убить. Иди-ка сюда. Ну... Господи, это было бы слишком просто. Там в конце тоннеля есть какой-то свет. Посмотрим. Зря, наверное, пулю истратил на самом деле. Ага, я понял. Спуск вниз. Немножко не то, что я хотел бы. Ну давай пробежимся, блядь. Куда же ты меня ведешь, интересно? Странный ты человек. Тут большой спуск. Что это за кровь? Да повсюду кровь. Странное у тебя искусство, чувак. Так. Голова какая-то. А, это роза, голова. Это после картины осталось, после той, которую я делал. И зачем? К чему это? О, боже. Прикольно. Жуткая херня. What the... Что это за твари? Fuck. К чему это все? Они куда-то все бежали. Что за херня? Может, убить их? О, в этом есть смысл. Давай разобьем их, черт. Не нравится. Пускай мы их нахер всех уберем. Нахер это дерьмо. Я боюсь. Мне кажется, они могут нанести мне какой-то вред. Они не появляются заново? Вроде нет. Куда они бегут все? Интересно. Странными штуками за ним. Надо бить по ним по телу. Не получится. Сначала руки, потом тело получается. Ну да, новый не появляется, все нормально. Твоя художественная хрень мне не нравится. Вот это все, что ты делаешь. Чуть не кровь, или что это такое? Что я делаю, вообще непонятно. Может, я зря их убиваю? Ладно, забьем на них. Может, реально я какой-то хренью занимаюсь, такое ощущение. Подожди, что-то есть. На чем-то вроде открытки небрежно нацарапано. Они были слишком прекрасны, чтобы оставлять их на улице. Я не мог выставить их. Жаль, что автор не я. Но приятно, что здесь кроме меня есть и другие художники. Это не один, то есть это еще один какой-то ненормальный человек. Пошли отсюда. Зря я их разбивал, ну ладно. Все еще, я думаю, может, все-таки в этом есть какой-то смысл. Что за дичь вообще? Одни и те же картины. Давай-ка так будем заходить. Он вроде чуть-чуть отпустил. Здесь я уже был. Но тут все равно что-то изменилось. Патроны впереди. Что за хрень? Так, вот это плохо. Мне дают патроны. Причем очень много патронов дают зачем-то. Мне ни разу не давали так много патронов. Сразу. К чему бы это интересно? Наверное, это излучатель. Это впереди который? Давай попробуем настроить. Требуется авторизация. Подключите терминал с правом доступа. Есть такое дело? Терминал? Видимо, коммуникатор. Все правильно. Суй давай. Запущен процесс перезапуска. Ах.
эта штука должна успокоить все. Опа. Он опять все остановил. Да мать твою. Ты так долго меня разыскивал, и я пришел. Но постой, ты же ищешь не меня, верно? Нет, девочку. Это даже обидно. Но как обижаться? Не только ты стремишься заполучить ее силу. Точно, вот мне только сила и нужна. Есть еще кое-кто, куда более достойный. Способный заплатить цену, которая тебе и не снилась. Уж прости, твоя ставка перебита. Страх. Ты излучаешь страх. Это прекрасно. Но это еще не закончено. Меня зовут Стефано. А ты станешь моим шедевром. Черт. Ах ты, сволочь! Что это такое? Блядь, это что, очередной босс? Моя прекрасная... Запущен процесс... Да ты издеваешься. 8 секунд, мне надо жить за это время, видимо. Она останавливает... Нет, она остановила таймер! Эта тварь прерывает запуск излучателя. И что я должен делать? Ёбаная тварь, блядь. Надо запустить обратно. Сейчас я подойду, она сразу прибежит. Она бежит. Вот зачем мне пуля, я понял. Как ее интересно, реактивирую. Она меня заметила. Активировать-то, ёб твою же мать. Надо ее как-то разбить. Воу! Боже мой. Вот так, теперь процесс пойдет. Понятно, я так надо не давать этой твари остановить запуск. Нам будем стараться. Через 80 секунд. Даже не думай фотографировать эту штуку. Я тебе не дам это сделать. Не трогай. Через 70 секунд. Давай, давай, давай драться. Как хочешь, только со мной. На меня, пожалуйста. На меня. Да слушай, я не знаю, что с тобой делать. Целая минута осталась, и она мне прервала все. Так, я потеряла. Она очень слепая, это мне надо. Сейчас мы немножечко по объективу постреляем, она опять мне раздуплит все. Давай, вылезай, скотина. Есть. Куда попадать надо, я так и не понял. По-моему, прямо в объектив, если я не ошибаюсь. Не так просто. Перезапуск через 50 секунд. Давай, 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 давай. Попробуй со мной подерись, все правильно. Не фотографируй. Перезапуск через 40 секунд. Сюда! Дай. Я стрелял, как сумасшедший, вы сами видели. Она еще поверх ползает, классно. Короче, бесполезно в нее всаживать, надо всаживать только по необходимости. Я даже отсюда вижу тебя. Иди сюда. Ты же меня видишь, ну. Давай, прыгай. Мне не нравится, когда ты сверху. Мне страшно. Готово. Поехали, мои секундочки. 5 пуль осталось. Перезапуск через 30 секунд. 30 секунд, отлично. Давай, давай, иди сюда. Давай, поиграем. Ага, очень интересно сделала. Где ты? Перезапуск через 20 секунд. Пошла фотографировать, это бесполезно, не остановить. Прикольно. Повернись сюда. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. У тебя штучки забавные. Так, все мимо. Минус пуля. Но у меня есть еще такая штука. Тебе понравится. Блин, я не попал.
Тиана. А, вот она. Иди-ка сюда, иди сюда, иди сюда, иди сюда, иди сюда. Такой большой только ты заденешь. Где она? Эй, ты! Да-да-да, все правильно, иди сюда. Иди-иди-иди сюда. Это дымовая, это не то, что надо. Ух ты! Твою мать. Тихо-тихо-тихо. Нате так. Готово. 12 секунд. Ну все. Отлично. То, что нужно было. То, что доктор прописал. Не трогай ее. 3, 2, 1. Есть. Перезапуск излучателя. Да, я так и думал. Классно. Господи, как все ломает изображение. Процедура стабилизации завершена. Отлично. Я спас свою шкуру. Но что делать дальше? Если он исчез, то наверняка вместе с Лили. Куда же он ее забрал? Надо нужно поставить в известность Кидману. Черт. Может, снаружи поймаю сигнал? Очень на это надеюсь. Ну что ж, дорогие подписчики, давайте-ка пока что мы с вами на этом остановимся. Продолжим с вами уже в следующей серии. С вами был Кролл. Ребята, всем спасибо за внимание. Всем удачи. Всем пока.